наш вечер. Так. 08.005. Да нет, вроде 5 часов достаточно должно быть. Чё, поехали? Autopilot disconnected. Check. I have control. Освещение резко у нас изменилось. Мэму, ты будешь появляться или как? Не хочешь вообще? Ладно. Landing checklist, hold ECAM memo. Landing checklist, hold ECAM memo. Auto hold speed, go around altitude 5. Нет. Ставили go around altitude. Какая там? Check. Stable. Так, еще ниже глиссады. Ну, а сейчас мы это поправим. One thousand. Опять 1000. Это... Terrain. Terrain. Радиовстомер у нас шалит, потому что здесь горная местность. Я только не понимаю, почему у нас landing inhibit горит, но... Не, ну почему? Вроде все нормально. Так, все еще ниже глиссады идем. Я стараюсь держать угол атаки чуть-чуть повыше, чем должно быть, чтобы поймать глиссаду обратно. Но здесь главное не перекорректировать. Approaching. Zero. Three. Right. Verified. Land green check. 100 above. 300. Glide slope. Да знаю я, что glide slope. Minimum. 200. Continue. А, здесь потому что display threshold. Ну тогда понятно, почему glide slope. 100. Retard. 5. Во, что это было? Так это быть не должно. Ну ладно. Speed brake fill up, reverse green diesel. Извиняюсь за жесткую посадку, понятия не имею, что там произошло. Messing with my head again. You had your heart set on me. But these feels, they come and go. And
Mm-hmm.